Выбрать дополнительные занятия для детей на Камчатке поможет навигатор. Интернет-портал создан для того, чтобы организовать удобный доступ для родителей и детей к актуальной информации об образовательных программах. Навигатор дополнительного образования детей Камчатского края – это портал-помощник для детей и их родителей. В навигаторе размещена информация об образовательных организациях, а также о реализуемых программах дополнительного образования различных направленностей. Это могут быть программы в сфере спорта, культуры, программы, которые задействуют интеллектуальный потенциал детей и ряд других. Все эти программы рассчитаны на детей от 3 до 18 лет. Пользуясь навигатором, родители и дети смогут выбрать ту программу, которая в наибольшей степени соответствует интересам ребенка, его запросам, уровню возможностей и способностей. Но самое главное, программу можно выбрать, не выходя из дома. Образовательные программы, которые есть в навигаторе, рассчитаны на все категории детей. Одаренных, с ограниченными возможностями здоровья, ребят из сельской местности, детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации. Интернет-портал позволяет в одном месте найти всю информацию об организациях и их программах, подать заявку на обучение и получить ответ.